двух государственных языках. Фамилии кандидатов в алфавитном порядке. Каждый бюллетень с высокой степенью защиты. У обычного защитная марка и сетка на лицевой стороне для бюллетеня, который будет считать электронное устройство на оборотной. Здесь будет марка, которая изготовлена в госзнаке. Соответственно, и вот эта тангерная сетка, она не позволяет подделывать эти бюллетени. Подсчет и целостность упаковки. Представители ЦИК проверяют палеты с бюллетенями. Они уже расфасованы по районам и городам республики. Всего для голосования на выборах президента России изготовили 2 935 867 бюллетеней. Мы 24 февраля получили утвержденные образцы, подписанные Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан, избирательные бюллетени. По вчерашний день работали в круглосуточном режиме. 30 тонн бумаги и почти 700 килограммов краски. Печатали бюллетени на самом современном оборудовании. Забракованные листки. Там, где испортилась бумага, шрифт или потекла краска, в присутствии членов ЦИК пустили в резальную машину. Эти избирательные бюллетени сейчас отправятся в управление специальной связи республики. Там палеты еще раз плотно упакуют и опечатают. А уже с 4 марта бюллетени начнут доставлять в территориальные избирательные комиссии по городам и районам республики. Анна Городнова, Игорь Романов, ТНВ, Казань.